Всем привет, меня зовут Кент Брокман, и в эфире специальный выпуск мульт-новостей. А вы знали, что Симпсоны предсказали не только сам коронавирус, но и то, что будет происходить дальше? Полная изоляция городов. Невероятно! Что же еще было предсказано в мультах? Смотрим! Из-за коронавируса уже 13 тысяч москвичей самоизолировались, то есть работают из дома. И понятно почему. Ну а какие у вас есть недостатки? Это, наверное, один из них. Симпсоны, Гриффины, да даже Футурама знала, что это не просто простуда. Обычная простуда. Обычная простуда? Нет, нет! Простая простуда. Чего такого-то? СЭС. Кстати, все, кто добровольно покинут карантин, будут жестоко наказаны. Нафиг карантин, я сваливаю. Начать процедуру сдерживания. А ну отойди. Единственное, что не угадали, это очаг распространения. Хотя американцы настолько повернуты на своей уникальности, что даже вирус у них должен быть первым в мире. С чем они точно не прогадали, так это со скоростью его распространения. Если вирус покинет Манхэттен, так он распространится за 12 часов, а так за 24. А это зона покрытия Verizon, а через 36 часов будет заражена вся планета. Коронавирус не щадит никого. Болеют президенты, политики, известные футболисты, актеры и певцы. Ситуация опасная, поэтому старайтесь не посещать места массового скопления людей. Пошел нахуй! Пошла нахуй! Пошла нахуй! Ну и напоследок хочется сказать, хоть положение и тревожное, но все равно надо хранить бодрость духа и в любой ситуации не терять чувство юмора. Кое-кто не идет к стоматологу.